В свою очередь, многолетнее противостояние автомобилистов на перекрестках улиц Байкальской и Трилиссера, кажется, скоро закончится. С 15 апреля на одном из самых аварийных участков в Иркутске запретят поворот налево с Байкальской по направлению в сторону театра кукол. Теперь автомобилям, которые двигаются в сторону центра на пересечении Байкальской и Трилиссера, будет разрешено движение только прямо и направо. В скором времени перед перекрестком установят соответствующий дорожный знак и новый светофор с контурными стрелками. К тому же, согласно новой схеме движения, отныне будет разрешен поворот с улицы Байкальской на 4-ю Советскую. Сейчас на такой маневр там действует запрет, соответственно, на пересечение этих улиц в ближайшее время. Также демонтируют запрещающий дорожный знак, а двойную сплошную разметку заменят прерывистой линии. Такие радикальные меры были приняты в результате предписания, которое было выдано ГИБДД для того, чтобы обеспечить безопасность водителей на данном отрезке пути. На протяжении прошлого года там произошел ряд ДТП, в которых пострадали люди. И также в течение буквально 2 месяцев этого года уже произошло 2 дорожно-транспортных происшествия. За невыполнение требований знака и разметки предусмотрен штраф от 1000 до 1500 рублей.